И к другим темам. Азат Мухамедов признан самым высоким военнослужащим в вооруженных силах Казахстана. Службу он проходит в бригаде морской пехоты Актауского гарнизона. Рост батыра 2 метра 3 сантиметра. Впрочем, это не дает ему никаких привилегий. Кровать, как у всех, в дверных проемах приходится, правда, наклонять голову, но вот одежду пришлось подбирать. Уберцы до Алматы нарная заказана алдарды. Эти ботинки для Азата Мухамедова заказывали специально у юноши 47-й размер ноги. Форму тоже шили на заказ из двух комплектов. Сослуживцы уважительно называют Азата «наш большой». В моей семье все высокие. Рост мамы 1,74 м, у папы рост 1,85 м, а у братишки 1,83 см. Моя девушка тоже высокая, она ждет меня на гражданке. Мой рост никогда не мешал мне. Есть, конечно, нюансы, но они все поправимы. Азат служит наводчиком в артиллерийском дивизионе уже 4 месяца. Он призвался осенью прошлого года из Алматинской области. В армии продолжает совершенствовать свои навыки в боксе и тренирует всех желающих. Ставит им удар. 20-летний богатырь – победитель различных соревнований, имеет разряд мастера спорта. Он и сейчас готовится к очередному турниру. В марте будет защищать честь своего дивизиона. Соревнования проводятся на базе бригады морской пехоты. Азат всегда отличался высоким ростом. В школе, в колледже, а теперь и в армии. Не заметить его невозможно. Сразу бросается в глаза. В нашей бригаде, где служат десантники, норматив роста от 175 сантиметров. У Азата 2 метра 3 сантиметра. Такого великана у нас еще не было. Питание у него усиленное, двойная порция. Любит мясо и сладкое. Мы гордимся, что у нас служит такой необычный солдат. До дембеля высокому батыру осталось почти 8 месяцев. На гражданке Азат планирует продолжить обучение в сфере железнодорожных перевозок и параллельно строить свою спортивную карьеру. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Мангыстауская область. Итоги дня.